Hey everybody, this is Kristina and I'm here to help you boost your Russian. All December on this channel we have been watching famous Christmas movies in Russian with Russian subtitles. This Christmas edition of my Learn Russian with movies series wouldn't be complete without watching the all-time favorite Soviet comedy Ironia Sudby, The Irony of Fate. The story takes place on New Year's Eve and they always show it on Russian TV this time of the year. This movie is amazing and I have probably watched it like 10 times. I totally recommend it to you not only for learning Russian but also for um, learning more about Russian New Year's traditions because, as you probably know, in Russia we don't celebrate Christmas much. The biggest holiday of the year for us is New Year, and we have lots of traditions around that. You'll watch the clip three times. First, with Russian subtitles, then, we'll look at each phrase individually. I'll read it to you in slow Russian a couple of times. You'll see the English translation on the screen, and I'll explain the most difficult words and phrases. Finally, we'll watch the clip again, but this time without Russian subtitles. By then, you should be able to easily understand most of what is said in the movie. Leave a comment below with your suggestions on which movie I should use next for my series Learn Russian Through Movies. Let's go! Hello. Hello. как ты доехал? Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ну ты будь осторожен, ты у меня такой лихач. Спасибо. Спасибо, Надюша. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл, я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо. Я тоже приготовил тебе подарок. Mm -hmm. Но он в комнате. Ага. Mm -hmm. Иполит, я должна тебе кое-что сообщить. Что? В это невозможно поверить. А что такое? Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей такте спит посторонний мужчина. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Так. Иполит, я тебя умоляю. С наступающим вас не доведите себя прилично, что Ипполит, я прошу тебя. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок. Спасибо. Нет, нет, ради бога, я вам сейчас все объясню. Она тут не при чем. Не при чем. Это я во всем оказался. Мне бы хотелось да. узнать одну маленькую деталь. Так, из любопытства. Узнавайте. Кто это? Я его не знаю. Это посторонний. Это совсем незнакомый мужчина. Мужчина. Как а я... он сюда попал? Это невероятное совпадение. Вот невероятно. Он тоже живет. Третья улица. Строители 25. 25. Квартира 12. 12. Но только в Москве. В Москве я а живу. это а... что? Где? А это мои штаны. Ой, я осторожнее помню, он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Там они выпили. Ну, безусловно. Ты посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Да. И его по ошибке запихнули в самолет. самолет меня. Где? В бане? Нет, в бане. В бане бай... нет самолет. А вас не спрашивают. Заткнитесь. Ну-ну. Мы там Скажи ему, с Павликом. Да замолчите вы! Здравствуй. Здравствуй. С наступающим, Наденька. 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 Ну, давай. Ну, как ты доехал? Ну, давай. Ну, как ты доехал? Ну, давай. Ну, как ты доехал? Ну давай. Ну как ты доехал? Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко гололед. Ты... Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ну ты будь осторожен, ты у меня такой лихач. Ну ты будь осторожен, ты у меня такой лихач. Ну ты будь осторожен, ты у меня такой лихач. Ну ты будь осторожен, ты у меня такой лихач. <свят> Спасибо. Спасибо, Надюша. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл. Я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл. Я приготовил тебе вот мой... Новогодний подарок. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл. Я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл. Я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо. Я тоже приготовил тебе подарок. Но он mm -hmm. в комнате. Спасибо. Я тоже приготовила тебе подарок, но он в комнате. Спасибо. Я тоже приготовила тебе подарок, но он в комнате. Спасибо. Я тоже приготовила тебе подарок. Mm -hmm. Но он в комнате. Mm -hmm. Иполит, я должна тебе кое-что сообщить. Что? 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 В это невозможно поверить. А что такое? 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 Ты умрешь со смеху. Ты умрешь со смеху. Ты умрешь со смеху. Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей такте спит посторонний мужчина. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Короче говоря, я прихожу домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Так. И полит, я тебя умоляю. Так. И полит, я тебя умоляю. Так, Ипполит, я тебя умоляю. Так, Ипполит, я тебя умоляю. С наступающим вас не введите себя прилично, что вы. с наступающим вас. Нет, введите себя прилично. Что вы? С наступающим вас. Нет. Ведите себя прилично, что вы... Иполит, я прошу тебя. Иполит, я, я прошу тебя. Я прошу тебя. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок, спасибо. Ну что ж, ты мне приготовила... Отличный подарок, спасибо. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок, спасибо. Ну что ж, ты мне приготовила отличный подарок, спасибо. Нет, нет, ради Бога, я вам сейчас все объясню. Она тут не придет. Не причем. Это я во всем оказался. Мне... Нет, нет, ради Бога. Я вам сейчас все объясню. Она тут ни при чем. Это я во всем оказался. Нет, нет, ради Бога. Я вам сейчас все объясню. Она тут ни при чем. Это я во всем оказался. Нет, нет, ради Бога, я вам сейчас все объясню. Она тут не придет. При Это я во всем оказался. Мне бы хотелось да. узнать одну маленькую деталь. Так из любопытства. Мне бы хотелось узнать одну маленькую деталь. Так из любопытства. Мне бы хотелось узнать одну маленькую деталь. Так из любопытства. Мне бы хотелось да. узнать одну маленькую деталь. Так из любопытства. Узнавайте, кто, кто это? Люди. Узнавайте, кто это? Узнавайте, кто это? Узнавайте, кто, кто это? Люди. Я его не знаю. Это посторонний. 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 Это совсем незнакомый мужчина. Как он сюда попал? Это совсем незнакомый мужчина. Как он сюда попал? Это совсем незнакомый мужчина. Как он сюда попал. Это совсем незнакомый мужчина. Мужчина! Как он сюда попал? Это невероятное совпадение! Вот, невероятно. Он тоже живет. Третья улица. Строители 25. 25. Квартира 12. 12. Но только в Москве. В Москве а я живу. Же... Это невероятное совпадение. Он. Тоже живет на третьей улице строителей 25, квартира 12, но только в Москве. Это невероятное совпадение. Он тоже живет на третьей улице строителей 25, квартира 12 но только в Москве. Это невероятное совпадение. Вот невероятно. Он тоже живет. Третья улица. Строители 25. пять. Квартира 12. Двенадцать. Но только в Москве. В Москве а я живу. А? А, это Ой, а это что? Где? А это мои штаны. Ой, осторожнее помню. А это что? Где? А это мои штаны. Ой, осторожнее, помнете? А это что? Где? А это мои штаны. Ой, осторожнее, помнете? что? А, где? А это мои штаны. Ой, осторожнее, помнете. Он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Там они выпили. Ну, безусловно. Там они выпили. Ну, безусловно там они выпили. Ну, безусловно. Там они выпили. Ну, безусловно. Ты посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Да. Ты посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Ты посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Посмотри, посмотри на него. Я еще успею. Да, и его по ошибке запихнули в самолет. Самолет меня. Да, и его по ошибке запихнули в самолет. В самолет меня. Да, и его по ошибке запихнули в самолет. В самолет меня. И его по ошибке запихнули в самолет. Самолет меня. Где? В бане? Нет. В бане. В бане нет. Самолет. Где? В бане? Нет. В бане нет. Самолетов. Где? В бане? Нет. В бане нет. Самолетов. Где? В бане? Нет, в бане. В бане нет Самолет! А вас не спрашивают? Заткнитесь. Ну-ну. <плёк> а вас не спрашивают? Заткнитесь. Ну-ну. А вас не спрашивают? Заткнитесь. Ну-ну. А вас не спрашивают? Заткнитесь. <плёк> Ну-ну. Мы там мылись, скажи ему, с Павлихом. Мы там мылись, скажи ему, с Павликом. Мы там мылись, скажи ему, с Павликом. Мы там мылись, скажи ему, с Павликом. Да замолчите вы! Да замолчите вы! Да замолчите вы! Да замолчите вы! Здравствуй! Здравствуй! С наступающим, Наденька! давай. Ну, как ты доехал? Ой, не спрашивай, Надюша. Очень торопился. Сейчас скользко, гололед. Ну, ты будь осторожен. Ты у меня такой лихач. <связывая> Спасибо. Спасибо, Надюша. Если бы ты знала, милая, как я по тебе соскучился. Да, я тоже очень тебя ждала. С большим нетерпением. Спасибо, милая. Да, я совсем забыл, я приготовил тебе вот мой новогодний подарок. Спасибо. Я тоже приготовил тебе подарок. Mm -hmm. Но он в комнате. Mm -hmm. Иполит, я должна тебе кое-что сообщить. Что? В это невозможно поверить. А что такое? Ты умрешь со смеху. Короче говоря... Я прихожу домой, а на моей такте спит посторонний мужчина. Ты знаешь, я не могла его разбудить. Я поливала его из чайника. Так. И я тебя умоляю. С наступающим не ведите себя, брлисничество. И я прошу тебя. Ну что ж. Ты мне приготовила отличный подарок. Спасибо. Нет, нет, ради Бога, я вам сейчас все объясню. Она тут не пришла. Причем ли я во всем оказался. Мне бы хотелось да. узнать одну маленькую деталь: так из любопытства. Узнавайте. Кто это? Я его не знаю. Это посторонний. Это совсем незнакомый мужчина. Мужчина. Как он сюда попал? Это невероятное совпадение. Вот невероятно. Он тоже живет. Третья улица. Строители 25. 25. Квартира 12. 12. Но только в Москве. В Москве я а живу. это а. что? Где? А это мои штаны. Ой, я осторожнее помню, он с приятелями пошел в баню. В баню мы пошли. Там они выпили. Ну, безусловно. Ты посмотри, нет. посмотри на него. Я еще успею. Да. И его по ошибке запихнули в самолет. самолет меня. Где? В бане? Нет, в бане. В бане нет самолет. А вас не спрашивают. Заткнитесь. Ну-ну. Мы там Скажи ему, с Павликом. Да замолчите вы! If you liked this video, give it a like and subscribe if you are new here. If you like the idea of learning Russian with movies and TV shows and want me to make more videos like this, let me know in the comments. Пока-пока!